общем, я так быстро убежала, потому что у меня... Привет, снова. Это снова я. Я за тренировку выпиваю, наверное, 1,5 литра точно воды. Почему протеин не советуешь? Ну, потому что это все сделано из молочных продуктов. И девчата, особенно те, кто хочет худеть, протеины, они действуют на организм все-таки, ну, не так, как хотелось бы. Можно принимать просто БЦАшки и аминокислоты, которые либо в капсулах, или спрессованные, там, говяжьи аминокислоты. Вот. А протеины пускай пьют парни и девчата, которые хотят нарастить массу, у которых нет такого там большого количества жира. Вот. Так-то, в принципе, ничего такого я не вижу плохого в протеинах, но, опять-таки, даже все атлеты, ну, может, не все, перед соревнованиями, перед сценой убирают протеины и не пьют их. А почему? Потому что... Обман. Ну, это мое мнение. Почему? Я никого не обманываю. А вы как хотите. Проверяйте на себя. Если наращивают массу. Кто? Когда будет курс ПОП-360? 8 января. Анаболиками? Ай, господи. Ну, какие анаболики во мне? Во мне анаболиков нет. Посмотрите, какая я худенькая, в принципе. Какие тут анаболики? Протеин очень сладкий, слишком много сахзама. И это тоже, да. Расскажи, что ты любишь кушать, когда у тебя читмил. У меня нет читмилов. Но вообще я люблю вареньки с творогом. Обожаю просто. Протеин, белок, добавка... Белка чистая, мышечная масса белка. Да, так кушайте, пожалуйста. Как часто нужно менять упражнения в программе? Не так часто, как вам кажется. Вам нужно отрабатывать, в принципе, одно и то же упражнение, чтобы спрогрессировать в этом упражнении. Я, например, уже натренированный человек. Я могу менять себе упражнения. А если вы только начинаете, вам нужно одну и ту же программу довольно долго долбить, чтобы ваши мышечные волокна привыкали. А то вы сегодня так сделаете, завтра по-другому, послезавтра там еще по-другому. Ну, мышцы так быстро не могут привыкнуть. Конечно же, нужно менять программу, но можно месяц, можно 2 или даже 3 месяца заниматься по одной программе. Плюс-минус менять, там, может быть, там, тягу в блоке на подтягивание с этим в гравитроне. Ну, я примерно говорю. Одна и та же траектория примерно. Коста-Рика, салюдос! Сколько раз в день есть? Можешь... 4, можешь 5, можешь 3, как Walt Disney. Сколько белков, жиров, углеводов нужно на килограмм веса для набора массы? Для всех нужно по-разному. Нужно, потому что я как-то не по-русски сказала. Может быть, у тебя метаболизм большой, может, у тебя маленький метаболизм, поэтому все индивидуально. Нужно наблюдать, нужно смотреть в зеркало, смотреть на состав тела. Но пробовать начинать, допустим, 2 грамма углеводов на килограмм, 1 грамм жира и до 2 грамм белка. Начни с этого, потом прибавишь или убавишь, если... Яна, скажите, сколько у фитнес-феминисток выходит денег на подготовку на соревнования? Я не знаю, но я даже, честно, вот у меня особо даже не считала. Ну, так как я уже профессиональный атлет... У меня уже есть спонсоры, например, да, которые, допустим, я не плачу за спортзал, потому что я атлет этого спортзала, да, Спортлайф. Они меня так пускают в зал, и я там тренируюсь. За это я не плачу.
Тренеру я не плачу, потому что я сама себе тренер. Как я буду сама себе деньги платить? Не буду. Вот. Потом спортивное питание, это тоже у меня спонсор есть. Вот. Но я не могу сказать, что я очень много там употребляю спортивного питания. Не так уж и много. Ну, плюс какие-то там витаминки, там омеги. Вот. Потом купальники. Ну, девчата меня тоже спонсируют. Но так, навскидку, купальник, допустим, стоит 35 тысяч рублей. В одном и том же купальнике можно выступать довольно долгое время. Можно год, можно два и так далее. Вон Эшли Кальцвагер, она вообще в одном купальнике выступает уже много лет. Я думаю, что она его тоже не поменяет. Трусы висят, не знаю, на выворот. Но ей нравится, видимо, все равно. Вот, что еще? Самое дорогое, это у меня сейчас поездки. К сожалению, нету спонсора, который бы оплачивал мне дорогу и проживание. Вот. Поэтому это билеты на самолет и проживание в гостинице для меня самое дорогое. Вот. А остальное, прическа, макияж, это я все сама. Ну да, там косметика, может, какая-то там прикупить, да, ну. Да и все. Вся подготовка. Вот. А если выступать в Питер, Россия или там города свои, да, ближайшие, то вообще особо никаких затрат. А если брать простую девочку без спонсоров, чисто на фармакологию, спортпит, сколько уходит? Просто фарма и спортпит – это большой кусок денег, как ни крути. Фармакологией я не занимаюсь и никому не советую. Даже если я беру девочек на ведение, на подготовку, я сразу говорю, что у меня никакой фармакологии нет. Никаких гормонов, никаких таблеток и так далее. Привет, дорогая. Прилетишь в мае на Джорджию? Да. Я думаю, что точно прилечу, потому что хочу в Грузию попасть и посмотреть. И поучаствовать. А вы меня приглашаете? А вы мне сделаете бесплатное проживание? Если руки немного полные. Короче, вот про фармакологию. Я не употребляю фармакологию. А на спортивное питание уйдет не так много денег, потому что главное правильно питаться. Нужно кушать мясо, курицу, индейку, кушать овощи, углеводы. И плюс, ну вот, добавки небольшие там какие-то, не знаю, если для набора мышечной массы, ну, креатин, ну, аргинин, аминокислоты. Это не так дорого выйдет. Откажитесь от Макдональдса, от мороженого, от шоколадок, от чего-то такого. И не будете тратить деньги на это. Вот и все. Ой, да у меня же тут семья большая, кто ругается. Никто у нас не ругается. У нас просто иногда разговоры такие. Все нормально. У меня тут все... Мой сын, мама, папа, сестра. Мы все вместе живем. Сколько сантиметров талия? Талия у меня 57, 58, 56. Спасибо. Дом Грузия, да, открыт. Что скажете о семенах льна? Очень хорошая, полезная штука. Привет, привет, hello. Яна, скажите, пожалуйста, для роста мышц важнее больше повторений или добавка веса? Вес. Добавка в весе, естественно, прибавка. Гормон роста нет, не принимаю, не колю. Все серьезно. А если напала пирожков, совсем не будет пробовать. Что-то не поняла. Капец. 57 как? Талия, да. 56 на соревнованиях, даже 54, мне кажется, или 55. Надо будет померить, а то на соревнованиях никогда нет с собой этого метра. Здрасте, здрасте, привет. Ребятки, помните, 8 января у меня стартует курс Попа 360 интенсив. Будем с вами тренироваться всего лишь 2 месяца, а не 3. Мой самый любимый курс, который на все тело. Но основные упражнения – это акцент на круглые ягодицы, на поднятие ягодиц. Я обучаю вас технике отключения квадрицепсов и переключения ваших мозгов на ягодицы. Чуть же
Делаете глубокие приседы для ягодиц или 90%? Не поняла вопрос. Приседаю я по-разному. И глубокие приседы, и так, и сяк, по-всякому. Главное ощущать. Хочу приобрести ваш онлайн, но есть проблемы со спиной. Ну, смотря какие проблемы. Что за проблемы? Можно приобрести программу и какие-то упражнения убрать, например, или заменить. Сколько грамм едите пищи за один прием? Нет, да так я не знаю, не скажу. Иногда бывает много, от пуза даже. Вот. Но это в основном овощи, вот, которые водянистые. Я вообще ничего не знаю про правильное питание. Хочу записаться к вам на... Это не марафон, это курс. Марафон, они быстрые, там марафоны, да, есть у меня 21 день, есть 35 дней, а это целый курс, рассчитан на 2 месяца. Объяснение все будет, разъяснение, я даже дам питание на каждый день, меню на каждый день, то есть не нужно будет думать, что съесть. Ну, то есть можно будет следовать по меню, да, главное, чтобы были продукты, вот, либо самим уже придумывать. А вы срывались когда-нибудь на сушке? Нет. Какими психологическими фишками себя поддерживаете во время сушки? Заранее спасибо. Вы знаете, у меня просто ответственность такая вот серьезная и мощная перед вами, перед самой собой. Когда я знаю, что я должна выступить на Арнольде, и что там будет Арнольд, да, или вот на таких каких-то соревнованиях, на чемпионат мира, это очень ответственно. Я не могу сорваться. У меня просто не позволяет моя совесть. То есть, если я сорвусь, я понимаю, что хуже сделаю я только себе. Откат такой назад, да, после срыва. И поэтому зачем мне срыв этот нужен? Нет. Когда вышли соревнования? В апреле. Цена курса сейчас не подскажу. Нет. Потому что пока не знаю цену. Я просто говорю, что он будет. И в начале цена будет самая выгодная, самая маленькая. Естественно, это будет дешевле, чем мой курс на 3 месяца, так как этот на 2, и он не будет дорогим. Вот. Но информации я вам дам очень много. И поймите, это весь мой опыт. И даже с каждым новым потоком одного и того же курса я стараюсь привносить какие-то уже новые изменения, учитывая ваши вопросы, ваши просьбы. Вот добавлю меню на каждый день, да, чтобы вы даже не думали, что там мне кушать, как кушать. Курс рассчитан на для тех, кто хочет худеть, кто хочет набирать мышечную массу, да, ну или просто для поддержания, и для тех, кто хочет... как это, господи, понять технику упражнений. Вот. А есть 3-месячный курс. Вот. Он более будет, естественно, богат упражнениями и так далее. Цену курса пока не скажу. Просто следите за сторис, за постами. И первые дни цена будет самая-самая хорошая, самая выгодная. Вот, а ближе уже к началу курса, ну, чуть-чуть побольше. Расскажите, пожалуйста, о корсете, который вы рекомендовали с Академией Бикини. Противопоказания, для чего он, стоит ли его покупать? Он очень интересный, он такой прорезиненный, плотный. Противопоказания, ну, наверное, если у вас, я не знаю, варикоз или там опущение органов и так далее. Вот, он хорошо утягивает. Тренироваться в нем, ну, можно, но, допустим, не ягодицы, да, хотя кто-то ягодицы, например, тренирует, плечи удобно в нем тренировать, то есть корпус хорошо держит, дома можно просто походить, да, пару часиков для утягивания, да, для уменьшения талии, вот, я не знаю, насколько это там уменьшит талию или нет, но я думаю, что как бы способствует этому. Как при сколиозе и Е.С, что это такое, на ногах тренироваться. Не знаю, что это такое. Занимайтесь во время
дней женских. Ну, в первые дни нет, а потом да. Когда смотришь на фитнес-бикинисток, то тоже мотивируешься. Ну, конечно, я надеюсь, вообще так и должно быть. Так и придумано изначально. Ты супер огонь, спасибо. Спасибо огромное. А вы замужем? Нет. Нет. Все, вопросы закончились, что ли, у вас? Это вам бицушку. Красиво, сильно, уверенно, молодец. У вас будет курс на набор массы? Так он у меня есть. Этот курс по ПО-360, как я уже объяснила, он будет и на набор, просто питание будет совершенно другое. Кардио у вас не будет, например. В этом курсе я хочу сделать 4 силовых тренировки в неделю. 5 уже не стало, а то вы тут бедные будете. Ва, как много, хотя можно и 5. Вот. Ну и плюс 2 кардио для тех, кто худеет. Повторите, пожалуйста, название автозагара. Natural Tan называется на сайте jantana.ru. Автозагар Natural Tan. Желтенькая. Там желтенькая это... В общем, неважно, что-то желтенькое там будет нарисовано. Промокод Яна. Английскими буквами YANA. Скидка на него 60%. Их, этих баночек, осталось немного. Потом она будет стоить 2700 или что-то такое. Одной баночки хватит, я не знаю, наверное, раз на 5-6 автозагаров, да, вот слоев. Вот, одного слоя вообще достаточно, чтобы стать чуть, ну, наверное, вот как я. Вот. Я им пользовалась, когда была в Москве, когда фоткалась голая на улице. Я специально намазалась этим автозагаром, и загар красивый такой получился. Сколько сантиметров должны быть бицепсы у мужика, чтобы вы обратили внимание на него? Да я не смотрю же отдельно на бицепсы. Вот. На самом деле, хочу сказать, мне больше нравится, когда не бицепсы видно, а когда вот форма... полностью красивая. Плечи. А то плеч нет, а бицепсы большие. Это тоже некрасиво. Лицо, рост, талия и так далее. Расскажите, пожалуйста, о кардио. Сколько времени на него, что включает бег на беговой дорожке? Да вообще абсолютно не важно, какое кардио вы делаете. Главное, чтобы вам оно нравилось, чтобы вам было комфортно. Бег я, наверное, не очень люблю на дорожке, там, не знаю, мне кажется, на суставы нагрузка идет. Вот. Хотя, смотря в какой обуви, наверное, заниматься. Велосипед, сидя, там, степперы, эллипсы. Какое нравится. Когда в голове есть мозг, но мозг нужен всем, конечно же. Так, билдерская форма не у всех есть красивая, а сила от формы тела не зависит. Ну, я согласна, конечно, не у всех. Опять-таки, каждый человек на вкус и цвет, правильно? Кому-то я не нравлюсь, там, даже по форме. Вот, рост у всех разный. Коротышам, малышам труднее, сложнее. Вот я коротышка. У меня длина ног, например, да, не такая, какую я бы хотела иметь, длину ног. How are you, Яна? I'm fine. Okay, thank you. Сколько раз в неделю можно тренировать ягодицы? Один точно можно, один раз. Два тоже. В зале при грыжах заниматься можно? Можно, но нужно учитывать это и подбирать себе упражнения. Что-то там мне пишет моя сестра. Сейчас. Кристин, можешь мне сюда написать? Потому что я в прямом эфире сейчас. Можно ли похудеть без зала? Можно, естественно.
Все надо начинать с питания. Сколько упражнений на ягодицы за тренировку делаете? Около 9-7, иногда 5. Ты кушаешь творог? Нет. Я, здравствуйте, написала вам на почту. Посмотрите, пожалуйста. У меня их 7 почт. На какую, интересно, вы написали? Но я обязательно посмотрю. Ну что, наверное, будем прощаться с вами. Спасибо, что вы ко мне зашли. Кстати, ребятки, я сейчас сделаю пост. Я буду разыгрывать наушники AirPods. Все слышали? Сейчас вот смотрите обязательно. И я вас прошу пролайкать мой предыдущий пост про кардио. Я вас прошу. А знаете, почему прошу? Потому что меня забанили. Какие витамины? Какие витамины важны для женщины? Ой. Да так же, как и для мужчин, ребят, важно все. Все витамины нужны всем. И мужчинам, и женщинам. И жиры, и белки, и углеводы. Да, представляете, забанили. И вы меня не видите, я не знаю почему. Расскажите про аргинин. А все, наверное, я уже вам надоела, так что все. Целую вас, здоровья вам. Готовьтесь к Новому году. Только, кстати, не делайте голодовок перед Новым годом, потому что после голодовки организм будет все впитывать в себя. И на Новый год, если вы наедитесь, даже, я бы сказала, нажретесь, все это пойдет в вас. Поэтому лучше после Нового года, 8 января, жду вас у себя в школе. Попа 360 интенсив. Все.